Самаре батареи потеплели больше, чем в 90% зданий. Нет отопления пока в 11 объектах социальной сферы. Комфортная погода пока позволяет экономить и не подключать тепло. Это касается спортивных и культурных организаций. В жилых домах батареи холодные в 800 зданиях. В основном это связано с авариями на тепломагистралях. Кроме того, некоторые ТСЖ приняли решение пока не включать отопление из-за высокой температуры воздуха.